Хвала Аллаху, который своей милостью одарил лучших своих рабов особыми благами, дал им большие возможности и силы. Мы возвеличиваем единого Творца, который даровал нам быть мусульманами и сделал нас братьями в вере. Слава Аллаху, который даровал нам быть последователями лучшего из пророков и посланников Аллаха, объединил наши сердца в любви к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Хвала Аллаху, Господу миров. Мы поклоняемся только единому Творцу. Мы просим у Аллаха прощения наших грехов и помощи в добрых делах. Обращаемся к Аллаху, чтобы Он защитил нас от искушений шайтана. Кому Аллах даровал истинную веру, того никто не введет в заблуждение. А кому Аллах не дал быть на истинном пути, того уже никто не выведет из заблуждения и не сможет повести верным путем. Я свидетельствую, что нет другого Создателя, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, который не подобен никому и ничему, и нет подобного ему, нет равного ему, и нет соперника у него. Он не занимает места в пространстве, он не находится в каком-либо направлении, не имеет границ, пределов тела, органов, он не похож ни на кого, ни на что. Он не тело и не имеет качеств, присущих телам. Он не имеет образа, объема, цвета или формы. Он не меняется и не движется и не находится в покое. И я свидетельствую, что Мухаммад, сын Абдуллаха, сын Абдул-Муталиба, сын Хашима, сын Абдул-Манафа, раб Аллаха и его посланник, лучший из всех созданных, самый любимый и самый великий пророк. Он наш наставник и пример для подражания. Он совершенный человек. Обращаемся к Аллаху, даровать еще больше благословения, величия и почета нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, а также всем его братьям по вере, пророкам и посланникам, от Адама до Мухаммада, мир им всем. А также приветствую всех благочестивых родственников, сподвижников и последователей. Дорогие мусульмане, обращаясь к каждому из вас, не забывая о себе, с особым призывом, будьте богобоязненными всегда и везде, и пусть наша жизнь будет наполнена любовью к пророку. Баракаллаху фикум.